Семена петунии грандифлора дедерет, вырастают небольшими компактными сильно-ветвистыми кустиками примерно до 25 см. Цветок любим садоводами за декоративность на протяжении всего лета и неприхотливость в выращивании. Петуния любит солнечные места, умеренный полив, хорошо переносит засуху. Зацветает в июне и до осенних заморозков радует новыми бутонами, усыпающими кустик. Цветы в диаметре примерно 7-9 см, в форме граммофончиков, с густыми красными прожилками на нежно-розовом фоне. Хорошо смотрится на клумбах, в ящиках или кашпо на балконах. Петуния грандифлора дедерет – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания петунии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает петуния грандифлора дедерет в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.